Всем доброе утро. Я почему-то думала, что на улице холодно. Но утром-то оно так и было холодно. И так это... Где ключи опять? То я бывает, знаете, машину открываю, ключи в машине оставляю. Но на улице хорошо. 25 градусов. А с утра прям был такой холод. Мы даже двери на ночь закрываем все. Окна, потому что... Мороз и солнце, день чудесный. В общем, едем с Чарли гулять, как всегда, на пляж, туда, в ту сторону. Я сегодня даже надела свои тапки. Хотела кроссовки, уже пошла искать, а потом думаю, стоп, я же покупала такие тапки в Декатлоне, которых можно ехать. Это муж объелся груша, что он хочет, а как он приехал, говорит, стоп. Наверное, со мной поедет. Вот. И что хотела сказать-то? Тапки, короче, надела. Кроссовки, думаю, кроссовки. Еще придет время для кроссовок. Тапки надену. Со мной, наверное, поедет. Зачем? Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно. Спекулируй, бабка. Спекулируй, Любка. Спекулируй. Спекулируй, милая, ты моя. Думаю, что у меня горло побаливает. Я ж вчера ночью караоке напелась, друзья. Включила себе в 11 ночи караоке и сидела, пела. А у меня, ну, как бы не болит, а так как-то напелась. А я ж хотела тихо, чтобы соседей не слушать. Ну, и хотела спеть. Ну, и поэтому горло как бы так это поднапрягла. Ну, где он там есть? Ладно. Сейчас разберемся, что почем. В общем, муж прилепился со мной. Говорит, неохота ничего делать. Вот, но нет, он со мной не ходит, потому что не спортсмен, скажем так. Вот, поэтому я одна. Наложила себе в шорты камеру, телефон. И они теперь с меня сваливаются. Надо было пояс. Вообще, знаете, на следующей неделе сяду на жесткую диету. Доем селедку. Все дела. И недельку, может быть, две. Потому что мои килограммы, эти пара килограмм лишних никак не уходят. Ну, естественно. Хотя я уже, знаете, не знаю. Сладкое. Ну, не так ем, как раньше. В общем, что я базарю? Сяду на диету и все. Ну, блин, ну, на детской площадке. Вот. И буду сидеть. Вот, сяду на жесткую диету, никакую там, которая написана, ничего такого, все сама, все сама, все сама. Потому что я помню, когда худела сильно, то не спорт-то, ну, так же я ходила и худела. В общем, я знаю, как это делается, и вот вы понаблюдаете заодно. Не будет, конечно, никаких вкусных рецептов, не будет ничего вкусного. Это естественно, правильно. Но вот надо парочку килограммчиков сбросить, потому что, знаете, если вы оставите эти 2 килограмма, через месяц он полкило еще прилепится, а через 2 месяца еще килограмм, и так незаметно потихонечку они, эти килограммы, прилипнут и останутся с вами, и вы даже потом не заметите, как со мной это происходило, что я как-то стала совсем круглая, стала какая-то совсем не такая, потому все это прибавляется незаметно вроде бы как. Поэтому я не доверяю зеркалу, как мне, ну, вот кто-то мне там писал, что типа в зеркало посмотрела и все поняла, что я ничего не понимаю, я всегда себя люблю в любом весе, и я всегда красивая, и я доверяю только весам. Даже одежде не доверяю, потому что сейчас такая одежда, все оверсайз, все большое, и не поймешь, то ли тебе мало, то ли тебе велико, только весы. А взвешиваюсь я каждый день, и вот вес ни хрена не уходит. Полкило свалило, а остальные никак не уходят. Так что нужно принимать конкретные меры. Причем вот я в спортзал ходила в прошлом году, и я не худела. Вот как некоторые его посмотрят, ты вот с этим не похудеешь, ты вот с тем не похудеешь. Я не хочу худеть, у меня нет цели худеть, не было. Потому что у меня была цель поддержать вес.
Похудела я года 4-5 назад на 25 килограмм. И вот вы на этой неделе, ну, как селедку доем, увидите, как я это делала. Вот, поэтому я все прекрасно знаю. Я всю жизнь, люди, худею, толстею. Я свой организм прекрасно знаю, от чего он худеет, от чего он толстеет. И занятие спортом мне от него не худеется. Он поддерживает мой, поддерживает меня в тонусе, но не худеется почему-то. Я даже помню, мне лет 18 было. Я, знаете, я вот вообще люблю очень играть в пинг-понг, настольный теннис, просто обожаю. Я часа три просто долбилась в теннис, там вообще не замечала, как время проходит. Но я не худела. Худеть начинают от закрытия рта. Рот закроешь и будешь худеть, все. Нет никакой загадки, нет никакого секрета. Сейчас слушала в машине, знаете, какую песню? Вообще, знаете, какую в караоке вчера пела? Песню вспомнилась деду моему. Нравилась очень эта песня. А сейчас я ее забыла. А малиновый звон, вот этот малиновый звон на заре. Вот я ее, конечно, не это, он когда по радио слушал, прям быстрее включал, ему эту чем песня нравилась. Я нашла в караоке и давай ее петь. Потом включила другие. Анивар. Тоже мне очень нравится. А у нашего... Нет, как там она поет? У нашего сына твои глаза. Ты. В общем, из каждой песни по два слова знаю и все, больше не знаю. В общем, вчера напела, сегодня встала, горло прям так, думаю, что за фигня. Пошла, посмотрела, оно у меня не красное, как обычно, знаете. А потом сейчас вот ехала и вспомнила. Караоке обожаю, люблю попеть. Так что вот так вот немного вам рассказала план на будущее. Они у нас не радужные. Ну, я, знаете, я человек такой, вот если я поставила себе цель, все, она будет достигнута любым путем. И нет, не будет никаких отговорок. Поэтому, если для меня не трудно сидеть на диете, просто нужно сесть на нее и все. А потом, я даже помню, когда вот 5 лет назад мы даже по барам также ездили, я просто брала какие-нибудь, знаете, на пота попросила помидоры и все. И ела помидоры. Или мы заказывали мне какой-нибудь салат такой простенький. Все спокойно, все нормально, можно выдержать. Блин, парит как у нас, а? Парилочка такая, знаете. Думала, будет холодно, прохладно. Нет, ни хрена. Не угадала. И шторм, кстати, закончился. Кто-то на велике едет, по-моему. Смотрите, какая моя собака умная. Ну вот, хотела он тут... Мама? У пешеходного перехода всегда меня ждет. Чтобы пройти безопасно. И всегда вот так идет рядом. А потом уже... А тут уже сам. Куда хочет, туда и бежит. Видите? А на пешеходном переходе только со мной. И что-то к хвосту у него прилипло. Надо опять... подстригать ему, прическу делать на хвосте. Все. Мне так нравится эта аллея, такая красивая. И в тенечке. Вчера шторм был, сегодня уже спокойно. Смотрите, как классно. И опять лето. Наверное, ледяная. После шторма всегда вода ледяная. Очень много русских отдыхает, прям вот очень много. Именно вот, которые здесь живут. Знакомая вот тоже ездила отдыхать на тех выходных. Она говорит, в отеле кругом одни русские, так и слышна русская речь. Тут они говорят, это
ну, и русские, и литовцы тоже, вот, ну, русскоговорящие, скажем так, украинцы или украинцы, как это правильно сказать. Вот, и говорят, очень много. Мужчина вот там купается и говорит, а, блин, ледяная вода. И сейчас вот тоже зашла мужчина с женщиной, тоже русские, которые работают здесь потом. Сейчас очень много со скидками, горящие, как их называют, горящие путевки. И можно вообще очень дешево купить разные билеты, не билеты, как это называется, туры, не туры. В общем, в отели, чтобы хоть как-то выжить, работают на износ, скажем так, да, делают очень хорошие предложения, чтобы люди отдыхали хоть выходные. Я бы воспользовалась, но вот из-за этого гада никуда не можем поехать. Я вот такая, знаете, сразу загорюсь, куда же поехать, а потом думаю, ага, куда этого сдеть. Даже если куда-то, где можно в отеле с собаками, то все равно как бы его дома-то одного не оставишь, правильно, в отеле. Чужой, как говорится, в чужом доме будет один. Да ну нафиг. Так что сидим дома дальше. А куда ехать? Смотрите, все под боком. Вон под боком все, и то не пользуемся. На той неделе здесь было невозможно пройти, а сейчас иду спокойно. Видите, как все. Что значит, дети в школу пошли? Надолго ли? У нас сестра приехала, вернее, у мужа сестра приехала, она в Тенерифе, помните, я вам говорила, улетала к дочери. В общем, сегодня мы в полном сборе идем вот в этот барчик покушать. Я в прошлый раз спорила, что туда нельзя было проехать, но там... Ладно, в общем, идем все рядом с мусорками. Здесь рыбку дают на вкусненькие тапы. Как я рассказывала в прошлый раз, что люди любят здесь, испанцы любят ходить по барам из одного в другое. Мы сейчас идем в другой бар. Выпили здесь пару пив, теперь идем в другой бар. Вот. Вообще у меня не было сегодня какого желания куда-то идти. Просто хотелось полежать дома. Поехали. Полежу вечером сегодня дома. Вот нам дали тапу такую, пивасику, это другой уже бар, мини-гамбургер. Мороженка в Макдональдсе взяла, Макфлури, шоколадный, ням-ням-ням. В общем, братья, сестры, поехали, я имею в виду своего мужа с сестрами, они поехали там дальше. Бар другой. А я всегда так заканчиваю. Знаете, беру мороженое в Макдональдсе или пироженка какой-нибудь и иду домой. Они раньше протестовали, типа, вот, что ты, останься с нами. Ну, я не могу так. У меня начинается головная боль из одного бара в другой. Везде вот этот шум, гам. Я очень сильно устаю от всех этих походов. И поэтому они уже привыкли и спокойно уже отпускают меня домой. На мой диван, к моему маленькому рыбе отдыхать. Все-таки для меня воскресенье это отдых. Вот, дома именно. Шоколадки, что ли, наверное? Шоколадки иду вся. Обожаю Макдональдс мороженое. Любое, прям оно такое вкусное. Кто любит мороженое в Макдональдсе, пишите в комментариях. Больше, чем все остальные. Кафе тайм. Точнее, не кафе тайм, а у меня, помню, был английский чай. Достану свою волшебную коробку. У меня целый шкафчик предназначен для чая. Я вам показывала уже свои всякие чаи. И я вспомнила, что у меня вот в этих... Там, по-моему, есть английский чай. О, боже, один пакетик.
оригинальный. И пьют его с молоком. По крайней мере, тут так нарисовано. И вот сейчас я хочу тоже, думала, кофе сделать, а потом думаю, нет, я сделаю себе чай с молоком. Это, кстати, обычные какие-то чаи, кстати, надо купить. Знаете, какой? Помню, вспомнила, что тут лежала опять перед сном. И тропический был у меня очень вкусный чай. Он закончился. Надо купить, сходить. И потом я вспомнила, что у меня вот этот есть. Сейчас быстренько заварю его, забацаю. А вот. Я даже попыталась немного поспать, но тут, как всегда, пришел муж, и мне спать не удалось. Потому что Чарли начал бегать, прыгать, радоваться. И, в общем, 5 минут я так с закрытыми глазами. Я что-то сидела, знаете, в Ютубе, ковырялась, смотрела разные видосики. Мы сегодня проходили мимо, когда в один бар шли, мимо проходили магазина овощного, фруктового, и там вот яблочки вот такие вот, которые я покупаю все время, есть, были. Купили. Вот думаю, стевию как туда забахать, забабахать. Вот в это, наверное, как всегда, заварю. Вот так воскресенье проходит. У меня, наверное, на завтра кое-какие планы есть. Вот, подруга пишет сообщение, хотела покраситься прийти. Вот, мы с ней, я ее подстригла, а она купили с ней краску, и она хотела покраситься. И я говорю, извини, у меня на завтра планы. А у меня на этой неделе еще другая подруга тоже звонит. Но другая подруга, ей нравится ездить ко мне в парикмахерскую. Я ее забираю около дома, и мы ездим там. Я ее крашу, укладываю, стригу. Вот. Поэтому я говорю, может быть, давайте я вас всех соберу и отвезу к себе на машине. И мы там девичник устроим у меня на работе. Она говорит, ну посмотрим, потому что всех собрать это нереально. У всегда у кого-то какие-то дела возникают. Ну это понятно, правильно? Там у одной одно, вот видишь, видите, ко мне подруга хотела приехать на завтра, а я завтра, у меня планы другие какие, вы увидите завтра. Так что не забывайте подписаться, поставить лайк, комментарии пишите, что-то вы какие-то стали это неактивны, никто ничего не пишет, даже неинтересно, знаете, и залазю в телефон, чтобы почитать что-нибудь там, а там ничего нет, грустно. Ну ладно. От аллергии у меня так вот тут вот, знаете, все чешется, что-то, я не знаю, ладно, там весна, цветет все, да? А осенью-то что? Почему? Откуда аллергия берется? И когда у меня глаза накрашены, это лучше, потому что я не лезу их чесать. Когда у меня не накрашенные глаза, мне постоянно хочется их почесать, чем я и занимаюсь. И потом получаются вот такие глаза, как будто это... Привет с большого Бадуна! Тогда добрый вечер! Да. Я думаю, что хватит. Сварилась. Травушка-муравка. И пойдем дальше. Смотреть сериальчик. Осколки смотрю, турецкий сериал. Всплакнула немного, да. Был момент сегодня такой. Я вообще люблю поплакать над сериалами. Очень даже. Люблю такие плаксивые сериалы, в которых можно всплакнуть. Птичку жалко. Птичку. Ладно, пошла чай пить. Орхидея моя... Что-то совсем листья и эти опали. Я уже ее просто вот так в воду поставила. Как ты там читала в интернете, что-то надо в воду ставить, потом что-то на день что ли вытаскивать. В общем, надо еще почитать. Но в земле она чахнет, потому что, видите, корней практически нету. Может, так не зачахнет. В общем, не знаю, что с ней делать. Смотрите, нам сестра. Кто там поехал? Всем привезла вот такие шнурки для масок. Помните, я тоже покупала для очков такие штуки.
Я была первооткрывателем, что ли. А сейчас вот, видимо, уже продаются вот такие штуки. Их надеваешь просто на шею. И все, и маска становится на вас, когда вы кушаете или еще что-то, а потом вот так вот надеваете. Каких аксессуаров? Ну, аксессуары 2020 года. Она тут вот заделывается подольше, поменьше, подлиннее, вернее, поменьше. Вот так, шнурок. Презент небольшой. Все, я пойду сейчас в душ. Вот, купаться, волосы себе удалять со всех частей тела. В общем, воскресный банный день у меня. И думаю, что с вами уже буду прощаться до завтра. Так что встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.